какой мере быстрый гол повлиял на игру? Да никак не повлиял быстрый гол. Это футбол, была ошибка результативная вратаря, ничего страшного. Дальше продолжали играть в футбол и нормально. И вторая ошибка не сбила нас. Я считаю, что мы провели достаточно качественный матч, учитывая то, что команда у нас совсем молодая. Для нас этот опыт первой лиги, естественно, новый, но я не могу сказать, что соперник нас в чем-то превзошел. Очень хочу поблагодарить своих ребят, которые действительно играли в футбол. Для нас это основной критерий.